Короче, ребята, это катастрофа. Туристы прибывают. Их все больше. Поэтому чем раньше вы окажетесь в Петергофе, тем лучше. Что такие несчастные? Для вашего ментального здоровья. О, кошмар. Хлынул поток туристов. Где-то вскрыли туристическую скважину. Да, как-то так. Было бы еще, знаете, в красивом костюме сюда приехать, чтобы фоткаться, но с другой стороны я бы уже весь мокрый был бы к этому моменту. Как-то так, дамы и господа. Какая же все-таки красота, ребята. Оркестр, смотрите, какая красота.
Кстати, в этой части Петергофа, в самом дали, стоит скромный египетский обелиск, как написано в память о скромных строителях, значит, скромных каменщиках, которые возвели Петергоф. Да, и про этот обелиск вообще мало кто знает, потому что он где-то совсем на периферии. Катюшу сейчас споют нам, точнее сыграют. Песни военных лет.
Так, ну что, мы в Эрмитаже. Полны решимости снимать пищуны. Простите за эту пошлую шутку. Короче, считайте половые органы мужские, сколько вы увидите в этой экскурсии, а потом в комментариях напишите. Сколько вы насчитали? Дворца огромного не успели, завершали его уже для Екатерины II. Франческо Бартоломео Растрелли строит огромный по тем временам дворец, который должен был всю мощь и богатство Российской империи демонстрировать гостям. Поэтому начинался путь гостей с роскошной парадной главной или посольской лестницы. Ступеньки и перила белый итальянский мрамор, по стенам позолоченная лепнина. Дальше вверх стремятся колонны из серого ладожского гранита, и на потолке огромный плафон, потолочное живописное полотно с изображением небес и богов Олимпа. Огромные окна выходят на набережную Большой Невы. Напротив глухая стена, на ней нужны зеркальные окна, чтобы было ощущение, что лестница раскрывается во все стороны. Лестница носит еще одно имя – лестница Иорданская, потому что во время праздника крещения во льду Невы перед дворцом делали прорубь в форме креста Иордань, и именно по этой лестнице императоры спускались вниз на первый этаж к Иорданскому подъезду, который выводил сразу же на набережную. И мы с вами повторим сейчас путь официальных гостей, которые здесь поднимались на второй этаж в парадный зал. Движемся в эти парадные залы.